Совсем скоро эта тачка может стать твоей. Что для этого нужно, читай в описании под этим видео. Доброго денечка. Поставил уже 22 шпилечки. Остались 4 штучки. Вот они лежат. Надеюсь, сейчас без проблем их поставлю. И начинаем дотяжку. Сейчас я 140 ньютонов бахну. 135-140, ну плюс-минус. И тянем до 170. Зубная паста вот такая есть здесь. С втором. Все, аппаратура готова. Вот они мои шпилечки. Тут есть 6 штук, которые снаружи стоят. Даже не 6, там 7 или 8. Остальные все внутри, их итого 26. Аппарат готов. Осталось разобраться у нас, значит, с моментом. Вот таким, что нажимаешь, а он не заводится. Говорит, я не хочу заводиться, потому что... Такой вот прекрасный программатор, бульдог, сделал так, что я не завожусь. Значит, сейчас посмотрим. Циферки бегут, смотрите. Что-то происходит. Дословный перевод, Илья Сергеевич, не пойти были вам в жопу, езжайте на каршеринге. Добрый вечер. И уже традиционно четверг. Я вылетаю в город Красноярск на финальный 5-й этап Winter Drift Battle. Выясню, кто же все-таки станет чемпионом. Полетели?